Раньше в деревне Картино сельского поселения Развилковское был клуб, где в основном проводили занятия для детей. Но, к сожалению, в прошлом году в клубе произошел пожар, и он сгорел полностью. Администрации поселения были предприняты меры, и сейчас на этом же месте возводят новое здание. Что интересного будет в новом клубе и как он будет выглядеть, узнаете из нашего следующего сюжета. Вот смотришь на этот красивый бревенчатый дом и словно терем из сказки, а на самом деле центр досуга Картино. Здание уже в завершающей стадии строительства и к концу этого года распахнет свои двери для посетителей. Такой подарок жителям деревни сделала группа компаний «Сиан», которая создает объект на благотворительной основе. Прежде всего, это подарок детям, которые будут сюда ходить, потому что такое прекрасное здание, в котором они смогут не только заниматься кружками, какой-то художественной самодеятельностью, но еще мы планируем проводить здесь новогодние елки, какие-то вечера для детей. И, конечно же, здесь будут предусмотрены занятия для взрослого населения, может быть, даже граждане пожилого возраста, которые захотят прийти в клуб и позаниматься чем-то. Мы будем очень рады их здесь видеть. На первом этаже здания будет располагаться зрительный зал и сцена. Здесь директором уже запланированы постановки детских спектаклей. А для других занятий в центре второй этаж. Здесь планируется тренажерный зал, здесь планируется комната с зеркалами и со станком для танцев. Здесь планируется также места для проведения детских кружков, каких-то рукоделий, там, ну, что-то такое. Администрации сельского поселения Развилковское предусмотрено не только оснащение клуба, но и благоустройство его территории. Здесь появятся детские площадки с игровыми формами, теннисные столы и теннисный корт. Несомненно, новый центр станет не только украшением деревни Картино, но и прекрасным местом для отдыха и развития. Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.